Роль СМИ в освещении межнациональных отношений в Дагестане обсудили сегодня на конференции в гуманитарно-педагогическом колледже. К участию в ней были приглашены сотрудники Миннации Республики, общественники, представители духовенства и журналисты. Участники отмечали особую роль и вклад средств массовой информации в решение задач в сфере нацполитики. В частности, Министерство по национальной политике и делам религии всегда уделяло внимание национальным проблемам. Наша сложная социальная структура, наше дагестанское общество, многообразие этническое, многонациональное, многонациональное, многие видели в этом залог в реализации своих собственных планов. Но я еще раз сегодня хочу сказать, я рад за своих земляков, за своих дагестанцев, что они не подались. В целом Дагестан остался верен всем своим традициям, всем заветам наших предков. Говоря о новых вызовах информационной среды, участники семинара выразили серьезные опасения в связи с включением в общий информационный поток социальных сетей, которые, по мнению участников, имеют большое влияние на сознание подрастающего поколения. И в этой связи семья, школа и общественные институты должны объединиться для того, чтобы воспитать молодежь в межнациональной и межконфессиональной гармонии. Сегодня молодой человек участвует в каких-то дискуссиях или же сам выдвигает свои какие-то мысли, пишет их, он должен всегда учитывать, что интернет – это глобальная сеть, и ее может прочитать любой человек на этом свете. Мы должны эту вещь понимать. Так как верующие люди, независимо от их принадлежности к той или иной конфессии, знают, что они предстанут перед Господом и будут отвечать за свои поступки и деяния.